Вот это, ребятки, называется «Доброе утро». В окно выглянул? Пожалуйста. Трасса. Кайф. Так, ну что, у меня вчера я не успел провести розыгрыш. Занимались машины, так что давайте сегодня и так. Погнали, оп. Победитель раз. Победитель. Шашка Злат. Два. И победитель 3, Ирина Рудакова. Поздравляю всех. Собираемся, конечно, круто жить на трассе, потому что можно чик напялиться. Обмундирование дофига, в бусике, ну, реально неудобно. Неудобно переодеваться. Так, оп, у тебя здесь все высохло под кондиком. Тапочки, все это подышало. И все, с кайфом вышел и сразу в руль. Всем еще раз доброе утро. Все, мы в офисе. Готовимся на две пробные попытки и на квалу. Едем в четвертой группе. Алло, прием, в четвертой группе. Дэнчик мигает. Это свой офис распластал, походу. Сейчас еще это. Ну они уже как знаменитости считают. Скоро с ними сфоткаться уже будут. Короче, у нас утром на прогреве побежал цилиндр. Но у нас были запасные. Подкинули новые, все не так. Поедем, все готово. Санечек довольный. Новые были, да? Чувствуешь? Уровень. Доброе утро, дорогие друзья! 24 июля, суббота. Говорит о том, что сегодня очередной этап РДС. Я еду в Day Off. Будем встретиться вместе. Возможно, будут присутствовать даже топовые пилоты Gorilla Drift Championship. Поэтому, друзья, кому интересно, приезжайте. Мы готовы, выезжаем на квалификацию. Вот там заканчивают свою попытку третья группа. Мы в четвертой едем. Погодка радует. Ни холодно, ни жарко. Главное, сука. Поехали к валу. Следующая команда. В общем, вот по этой причине у меня не задалась первая попытка. Подробности последуют, но сначала... Ну а вторую пришлось уже заявиться на результат. Практически своим. Может, отсюда и такие последствия. Многократный чемпион Европы, чемпион Ирландии, победитель... Но в целом все живо, все здорово, все едет. И свежий... Едем с Ромой Кондратенко. Интерконтинентального кубка по дрифту. Ну, а сейчас у нас парад пилотов. Ирландия. Ребзики, мы в топ-16 через ОМТ, через трение. Короче, прямо на финише, во втором заезде. Жахнуло масло, я смотрю просто, у меня из-под капота дым херачит. Я сразу посмотрел на давление масла на лампочку. Короче, там нули. Я ее сразу заглушил, докатился, но надо пойти посмотреть, откуда это все началось. Надеюсь, короче, мотор живой. Короче, сходил, прогулялся по трассе, все везде посмотрел, шатунов, поршней, ничего нет. Ничего не валяется, не болтается. Короче, все нормально, должно быть. Скрестили пальцы. Мазафака. Но зато не сгниет. Ну что, все проверили. Фильтр топливный, топливный, масляный поменяли. Давляк на месте, все. Короче, успел вовремя заметить, тачку заглушить. Порог у нас есть новый. Мы его просто не ставили, поэтому... Сейчас дверь заклеим, снова двери досталось. За ночь заклеится, это ототрем, порог новый подкинем, и все, тачка пушка. Единственное, пацаны Indy Customs, надо залатать дыры будет, походу. Ну и Detroit ZMS, видимо, покраска ждет.
Так, а вот это мы видим, как ребятки наш масляный след прибирают. Как раз, смотрите, ровно на финише. Паунч. Ну, вот здесь я уже заглушился. Идет тип, ебать, бухать нахуй. Как на выборы, блядь. В туфлях, ебать, пакетом. Я хуею. Андрюха, давай. Вот. Ему крыло. Кристина ставит за ногу Дратенко и отправляется во вторую нижнюю трибюзу. Ближе надо. Андрюха, давай, ты чё? Давай, есть, нормально. Все, уезжай от него. Хорошо. Хорошо тоже, нормально. Воу. Андрюша, давай. Все, поздравляем с проходом в топ-16. Завтра будем болеть снова. Возможно, вам будет не видно, но иногда люблю просто в одну каску пойти на трибунке, просто посидеть в тишине. Флаг в состоянии покоя. Отлично. Поехали. Боевой разгон. Постановка. Подготовки полным ходом. Тимасик один где-то у нас отдыхает. Там пацаны тоже работают. Владик работает. Аркаши что-то там тоже крутят.